новых людей везде привести. И а что мы получаем? В Одесскую область назначили прокурором Стоянова. Я, конечно, в Киеве мало кто знает, кто такой Стоянов. В Одессе все знают, кто такой Стоянов. Волосы у дыбом стоят у всей Одессы, когда они слышат, что человек, который 3 раза покупал свою должность, который был главным регионалом Юга Украины, который был символ коррупции, который владеет огромной недвижимостью, не только здесь, везде, в Испании, ресторанами, огромным парком машин. Обычный криминал и бандит, просто бандит, ничего общего не имеет с правоохранительными органами, обычный бандит. Торжественно, после снятия с аквариума через 2 часа, был привезен его заместитель генерального прокурора, который я тоже с позором, кстати, отсюда погнал, потому что они облагали бизнес вместе с дочерью Шокина с Горностаева. И этого типа вернули в Одессу. Символ это чего? Символ по просьбе Кивалова и местных бандитов, в том числе 400 судимого одного и так далее. Официальное письмо ихним.